стенд компании Sharp. У них несколько здесь предложений. Например, для ритейла просто плазма 90 дюймов, 70 кандел, Full HD, специально рассчитан на 24 часа. Здесь рядом предлагает Cedna решение. Это Digital Signage, который работает только на Mac'е, разрабатывается компания, забыл, как называется, Cedna, компания, которая разрабатывал для T-Mobile очень много стендов интерактивных. Вот, они здесь показывают решение о том, что здесь можно на XFT сделать тачскрин, не тачскрин, презентацию для ритейла, выпустить это на тачскрин, потом любой пользователь подходит, нажимает, получает какой-то контент, грубо говоря, с PowerPoint. Также они показывают здесь то, что это решение работает на 4К, на шарповском новом телеке IGZO. Здесь можно посмотреть, как они сейчас используют новый Mac. Вот так вот все это коннектится. Картинка крутая, но такое ощущение, что видно, что тормозит. Также этот экран, я так понимаю, еще полностью мультитач. Сейчас покажу у них еще отдельное решение мультитач. Вертикальная синхронизация подостает, но если это картинка 4К, то это на самом деле очень круто. И это тоже работает на Cedna Touch. Graphics Option написано. Это вот тот шаттл внизу. Вот его системные параметры. Видно, что подтормаживает. Также у них экраны, решение на тач-досках, тач-доски. Просто можно порисовать. От пальца не работает, только от ручки. Вот так вот видит ручка. Работает прикольно. Для класса какого-нибудь, мне кажется, вообще идеально. Если у них есть решение для библиотеки, они показывали. По факту это какой-то большой iPad с кучей контента. А если вы помните вот этих рыбок, то вы наверняка угадаете, что за компания разрабатывает Cedna Touch. Кстати, надо заметить, что вот эти вот экраны шарповские, они полностью импостные, мультитачевые. Очень хорошо трекают, прям как 3М, но при этом монитор не матовый, не видно, тебе видна сетка, очень мелкая, но трекает очень хорошо. Здесь, к сожалению, написано, что за модель. Вот, все это работает на Mac. Вот, здесь они показывают, что эту стену собрали через DataPath, просто контроллер такой. Там было видно. Больше на стенде Sharp ничего нет. А вот еще в дополнение отдельные экраны, которые у них стоят. Вот этот отдельный экран, и можно рисовать как ручкой. На самом деле очень хорошо рисует. Вот пальцем он уже не рисует. Прикольно. В какие-то моменты он почему-то не срабатывает. Когда,
речі не плення. Это решение, которое работает на пальцах.